И снова здравствуйте, дорогие любители компьютерных игр. Мы продолжаем проходить Splinter Cell Conviction. Игру, где надо ныкаться, прятаться и убивать. Ну, можно, в принципе, не убивать. Да, не то ты делаешь. Сторожевые псы могут учуять вас, не подходите к ним близко. Так, а где здесь псы? За решеткой вот здесь, по-моему. Так, ну близко не подходить, а чё ж мне, убивать их? Окей. Бедную собачку грохнули. А крысы меня не будут убивать? Сэм, полицейский участок прямо за углом. Налево, направо. Это, Брикс, докладывай. Я почти на месте. Засел на крыше в 200 метрах от полицейского участка. Наблюдаю за объектом и улицей. Молодец ты. Так. Стоять. Чтобы отвлечь врага. Так, ну этого я убью, да? Это отметим. Не ори. Глупец. Тихо, кто еще? Блин, тут проверять, что ли? Ой, куда я? Эй! Могу помочь. Всех сейчас здесь поскладируем. Собака вышла. Это не смешно. А кто смеется? Давай, давай, иди сюда. Ложись пока, отдыхай. Так, там еще один. Как-то не через главный вход можно пройти, нет? Собачка учуяла меня. Как-то обойти вот здесь можно, по-моему, да? Так, где еще я одного пометил? Где он лазит? Ты прям ко мне дойдешь в лапки. Там у нас ничего нет на проходной. Припрячься на черный день. Ох, ёп, не ту кнопочку нажал. Ну ладно, пусть там лежит, раз ему так нравится.
Так, что, все кончились, ребята, что ли? Ну, я-то думал. Куча всех будет. На кого он там так ругается, да? Да, этот полицейский участок видал лучшие времена, по-моему. Тихо. Так, спрятать тебе некуда-то, а? Так, что у нас там есть? А, так, нельзя посмотреть. Вроде нам сюда. Сэм, что у тебя? Я внутри, смотрю, чтобы не было хвоста. Ты знаешь, где нужно искать Кобина? Думаю, в камере для допросов. Верхний этаж, южная сторона. Брикс, отходи. Бери фургон, встретимся в точке эвакуации. Хорошо. Я захожу. Используй камеру змейку, чтобы отметить противника за закрытой дверью. Здесь, что ли? Да. Да их там целая куча. Что там есть? Да, у меня меток уже нету. И? Оказалось просто. Надеюсь, это все. Вроде все. Информацию. Найдите и взломайте ноутбуки террористов. Ну, блин, мне больше делать нечего, что ли? Вот он. Чарли, тут ноутбук, возможно, с данными. 40 тысяч, ну неплохо, да? Похоже на бухгалтерию местных боевиков. Класс. Мирно. Что ты им сказал? Говори, Кобин. Где? Почему никого нету? Тупица.
Говори же! Стекло такое. Я спросил, что ты забыл у американцев? Я же сказал, вы тут вообще ни при чем! Слово даю! Значит, ты нас презираешь настолько, что издавать не захотел, так? Нет! Ничего подобного! Нет-нет! Нет-нет-нет! Яла! Ты много болтаешь. Я думал, вы хотели знать! Не думай, будет только хуже. Нет! Ладно, ладно! Не надо! Я им все рассказал! Ясно? Я нашел Кобина. Он еще жив? Пока да. Пока что да. Так, ну-ка, из-за тебя ничего не видно. Там двое вроде его пытали, да? Бить удерживая, чтобы использовать как живой щит. Кто за хрень? Только не меня, не меня! Твою мать! Вот он и Кобин. Спасибо! Спасибо! Кто вас послал? ЦРУ? Откуда ты, мать твою, взялся? Фишер, если это насчет той истории... Заткнись. Нет, 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 не надо, нет, нет! Ты пришел за мной? Я пришел за тем, что ты знаешь. Сядь. Сэм, сейчас начнется пекло. Местные таланты двигаются к тебе. Посылка у меня. Брикс, ты где? Близко, в фургоне. Твою мать, он пришел за мной. Двигай. Живо. Идем. Ты спасешь меня, да? Нажмите, удерживайте крестовину для доступа к гаджетам и спецоружию, пока вы сопровождаете Кобина. Окей, я думаю, нам сейчас придется круто отстреливаться. Почему он не может взять, что ли, автомат? Так, а давайте воспользуемся светошумовыми гранатами. Да, не то. Какой-то странный звук. Блин, что я взял, а? Вот так вот. Не прострелится штука. Один ушел. Еще двое там. Замолчи, не кряхти, а. Вроде пока нормально все. Или уже нет? Куда пропал? Где еще один лет этот бежал меня? Так, ладно, нам сюда вроде. Брикс, мы на месте. Ты где? По дороге. Тут на перекрестке. Живее давай. Замри. Конечно. Не дать Кобину умереть. А, блин. Берем автомат. Меня пристрелят! Приящий болван. Пытаюсь!
сделай все. Да ну. Блин, с той стороны. Все в укрытии, живо! Так где ж тут выход? Смотри, чтоб не пристрелили. Что у нас еще есть? Дымовик. А, черт. Фишер, берегись! Я на месте. Понял. Вытащи в дом! А, зараза. Так, 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 так. Давайте сюда спрячемся поближе к этому. Меня пристрелят! Стреляйся, болван! Пытаюсь! А, меня пристрелили быстрее, чем тебя. Так, первая у нас волна идет отсюда. Меня пристрелят! Стреляйся, болван! Еще. Да ну. Встаньте за мной. Так где ж тут выход? Смотри, чтоб не пристрелили. Так, это шумовые все равно кончились. Фишер, берегись! Опс, патроны кончились. Как не кстати. Хреновый из тебя защитничек. Хочешь вернуться в камеру? Где он там был, блин? Что случилось? Прием! О, черт, берегись! Вижу тебя, вижу. Ну и где твое подкрепление? Нытье тут не поможет. Ну, видимо, думает, что я там. Мина! А! Ох, тут еще кто-то есть. Фишер, пойдем! Пойдем давай. Шутишь? У меня даже ботинок нет. Двигай. Какого хрена? Хватай. Зачем? Давай. Твою мать! Дрикс, мы близко. Так, отлично, шатковалка, но все-таки миссию выполнили. Призрак. Оставаться незамеченным, не убивая врагов. Стиль призрак позволит набрать больше очков. Понятно. Пантера. Выслеживать врагов и незаметно убивать их. Вот это наш стиль. Используйте рукопашные приемы и бесшумное оружие. Штурм. Сразитесь с противником лицом к лицу. Используйте громкое оружие и взрывчатку. Окей. Так, какой же рентик мы набрали? 6 солдат просто обошли. 900 очков дали. Одно бесшумное оглушение. Так, рейтинг Пантера. 52 бесшумных убийств. Штурм. 4 солдата убитых. Но это в самом конце, видимо, в бою мы убили. Итого. Итого у нас уже. Так, бонус за время 48 минут. Спрятано тел. 2. Причем 2 я бы больше прятал же.
с окна сколько выкидывал? Только двоих с окна выкинул. Скрытых путей найдено два. Результаты. Так, о, пантера по полной программе пошла у нас. Средства переведены. 114 тысяч. А, да, 114 840. О, мы богатые. Ну, хорошо. Давайте дальше. А! Без этого никак не обойтись! Ну? Ладно. 6 недель назад на меня вышел клиент. Он хотел калаши, грады, ракеты, все подряд, в общем. Предлагал много зелени. Да, выгодное дело. Даже слишком. С твоим оружием напали на Гуам? Эй, я же не знал, с кем торгую. Обычно мои клиенты не громят ваши базы. Кто? Знаю только, что они обсуждали нападение на посольство в Вене. Охренеть, как гордились. Тогда погибли сотни невинных людей. Да ты что? А я о чем говорю? Он та еще, сука, просто людоед, и он не оставляет следов. Да. Херово, правда? Чуть не... Что? А это что за урод? То есть ты сдался ради защиты? И чтоб вы, дебилы, не прибили меня за Гуам. Брикс, не хочешь отправить груз на хранение? С радостью. Чего ты сказал? Грим, вы с Чарли наройте мне все, что сможете об этом загадочном клиенте Кобина. Пора начать охоту. Так, улучшите самолет, обратитесь к Грим, улучшите кабину. Хорошо, давайте последуем советам игры. Грим. Обстановка. Сэм, скажи мне, если захочешь улучшить что-то в самолете. Да, я бы улучшил бы, сделал бы спальню с шикарной кроватью. На нас очень злые в Бенгази. Мы должны пообещать, что Кобин вернется живым. От него есть польза? Да он меня достал уже. Он как зануза в заднице, но его знания нам пригодятся. Будь на связи. Кстати, Сэм, захочешь улучшить самолет, обращайся. Здесь большой простор для творчества. Так вот, я обращаюсь по этому поводу. Так, просили улучшить кабину пилота. Высокочувствительные датчики отслеживают противника и объекты. Уровень 1. Разблокировать радар на экране. Ну, давайте, без радара. Печально. Так, в принципе, еще я, да, могу модернизировать, увеличить радиус радара и показывать, куда смотрит враг. Ух ты, какая хорошая вещь, ты послушай-ка. Ну ладно, пока нам вроде сказали модернизировать один раз. Или можно бесконечно модернизировать. Ну, не знаю, давайте еще раз попробуем модернизировать. На нас очень злые в Бенгази. Мы должны пообещать. Пообещаем, раз должны. Так, увеличить радиус радара и показывать, куда смотрит фраг. 130 тысяч, а у нас 247. Ну, давай. Все, это максимальный уровень, то есть да, в два этапа мы улучшили кабину пилота и заработали неплохой радар себе. Помимо того, что радар появится, он еще будет показывать врагов, радиус радара увеличится и будет показывать поле их зрения, а, вернее даже направление, по-моему, их зрения, я не помню. Так, пойдем, наверное, улучшим костюм, или мы перед заданием лучше улучшим костюм, я думаю. А на этом, я думаю, пока давайте закончим в преддверии следующей миссии. А следующую миссию уже начнем в следующей серии. Кому понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить следующие серии. И комментируйте. Всем счастливо, всем пока.